Я тоже ни о чем не знала. Мы взобрались на башню. Башню Галата. Я была так счастлива. Там нас и поженили. Надеюсь, ты тоже испытаешь подобное счастье. Дай Аллах. Брат-повелитель показал всему свету, как ты ему дорога. Отныне никто не посмеет даже посмотреть на тебя косо. А я в этом не так уверена. Этот брак, вместо того, чтобы заглушить крики, все только еще больше испортит. А это еще почему? Как почему, Атике? Где такое видано, чтобы женились на хатун, у которой нет шехзаде? Я просто говорю правду. Все бывает в первый раз. Это и есть истинная правда. Фария Султан. Валиде Султан желает видеть вас в своих покоях. С вашего позволения. Войди. Валиде Султан. Я тебя поздравляю, Фария. Мой сын-повелитель выбрал тебя в жены и заключил с тобой брак. Отныне твое место в гареме. Ты будешь получать должные почести и уважение. Я вам очень благодарна, Валиде. Я... Вообще, если бы ты отказалась от этого, я бы сделала все, чтобы расстроить ваш союз. Но в твоем случае я не увидела в этом необходимости. Как известно, в гареме, если у тебя нет шехзаде, то и власти не будет никакой. Мой сын-повелитель поэтому и женился на тебе. Из жалости. Хотите посыпать мне соль на рану? Не останавливайтесь. Продолжайте. Делайте мне еще больней. Я не буду вам мешать. Только знайте то, что Султан Мурад женился на мне не из-за жалости. Я бы знал, если бы это было так. Потому что единственное, что я вижу в его глазах, — любовь. Любовь есть дым, раз и исчезла. Что будет, когда мой сын-повелитель снова влюбится? У Айше есть дети, она будет заниматься ими, а ты что будешь делать? Не забывай. Нельзя задержаться на земле, на которой не пустил корни. Ведь при первом же ветре тебя унесет далеко-далеко. Лаизар, Фарию Хатун, Фарию Султан, проводите в ее покое. Делайте все согласно традициям. Как прикажете, султанша? Я принесла отвар мелисы, султанша. Вам будет получше. Не хочу. Я ничего не хочу.
Вы вредите самой себе, не надо так, султанша. Я никак не могу свыкнуться. Как он мог со мной так поступить? Как мог переступить через меня? Как он мог? Султанша. Моя ханзаде. Папа. Что с тобой? Мама кричит, злится. Мне очень страшно. Не бойся, ладно? Айше, что за вид? Ты что вытворяешь? Я подарила тебе двоих детей. Я была рядом в самые трудные дни. Как ты мог жениться на той женщине, когда есть я? Я посчитал так нужным. Ты совсем меня не любил. Я ничего для тебя не значу. Немедленно приди в себя. Чтобы я тебя больше в таком состоянии не видел. Тем более в присутствии моих Ахмета и Ханзаде. Прошу. Это ваши покои. Отныне ваше имя будет упоминаться в записях гарема как законные супруги правителя. В месяц вы будете получать 1500 золотых. А это правитель отправил вам в подарок в честь никяха. Как мило. У вас в услужении будут служанки и стражники. Они будут исполнять все ваши указания. Принцесса. Принцессы уже нет. Отныне я султанша. Привычка. Султанша. Когда я получила весть о вашем никяхе, я была так рада. Лализар Калфа. А что будет с мадам? Может ли она остаться тут со мной? К сожалению, нет, султанша. По законам она должна стать калфой. Она пройдет специальное обучение. Мадам годами в моем услужении. Ей хорошо известно о дворцовых приличиях. Наши дворцы не схожи с вашими. Наши приличия и традиции иные. Султанша, это будет правильно. Не волнуйтесь, я быстро научусь. Султанша? Все ли пожаловали для пиршества?
Пожаловали, султанша. Все внутри. Гиверхан, где ты была? Я уже выходила, но Селим никак не мог успокоиться. Повелитель, простите. Неважно, присаживайся. Я еще не поздравила вас с никяхом. Да принесет он благо и удачу. Аминь. Благодаря никяху мы собрались все вместе. Да не испортит Всевышний нашего настроения. Пусть вдали будет печаль и тоска, иншаллах. Аминь. Приятного аппетита. Ханзаде моя. Ох, красавица. Султанша, съешьте хоть что-нибудь. В состоянии ли я есть что-то? Где Ханзаде и Ахмед? Они на пиршестве, верно? С той женщиной. Это был приказ повелителя. Еще до недавнего времени я была ему ближе всех. Его женщиной. Его семьей. Его верной подругой. А сейчас он меня так отдалил, что мне нет места и за его столом. Все из-за нее. Султанша, это пир в честь никяха. Поэтому вас... Ты до сих пор про никях? Выйди вон. Оставь меня одну. Фария Хатун? Называй меня султаншей, Силахтар. Неужели все это и тебя беспокоило? Почему бы мне беспокоиться? Счастье правителя мне важнее всего. Превыше всего.
Раз так, то почему не поздравил меня? Не было возможности. Поздравляю. Пусть ваше счастье будет вечным. Честно говоря, вы превосходно возвысились. Мой вам совет, султанша. Будьте осторожны. Ведь у каждой высоты есть свой спуск. Ты не обо мне, а о себе подумай, Силахтар. Лед, по которому ты ходишь, настолько тонок, что если этот лед треснет, ты упадешь прямиком в самые глубины океана. Фарья? О чем вы говорите? Он поздравил меня с никяхом. С вашего позволения. Как ты, Силахтар? Твои раны зажили? Заживают, султанша. Все очень хорошо. Беспокоиться не о чем. Фария Султан, какое прекрасное совпадение. А я желала познакомиться с тобой. Гюльбахар Султан, верно? Я многое о вас слышала. В таком случае вы уже знаете, что я ведьма и порчи навожу. Разве вы такая? Не бойся, нет. На самом деле я хочу поздравить тебя. Это большой успех. Кёсэм Султан ни одной девушке в гареме не позволила и головы поднять. Только Аише. Да и то потому, что она склонила голову перед ней, слова не сказав. В самом начале она не полюбила меня. Мы не поладили. Но сейчас все хорошо, слава Всевышнему. Я очень сильно уважаю ее. Это сегодня так. А завтра... Мой тебе совет. Не поворачивайся к ней спиной. Не доверяй. Не успеешь понять случившегося, так она вонзит тебе нож в спину. Так как она не терпит, когда ее сыночек-повелитель любит кого-то больше, чем ее. Спокойной ночи. И вам. Наконец-то случилось то, чего ты так желала. Ты сделала все, что могла, и наполнила своим ядом правителя. Заставила пожалеть себя и заключила никях. Это тебя жалеть нужно. Как ты смеешь передо мной появляться, никак не могу понять. В тот день должна была умереть и ты. А не только тот, что был в твоем чреве. Что ты делаешь? Пусти меня, мне все равно. Что ты творишь? Пусть будет то, что суждено. Ты с ума сошла? Пусти, пусти, Аише. Мне все равно. Что это за звук? Он исходит из покоя Фари Султан. Аише, отдай его мне, отдай.
Султанша, что вы натворили? Я ничего не делала. Она сама пришла и напала на меня. Напала на меня с кинжалом, а после упала в обморок. Султанша. Чего смотрите? Лекарей зовите немедленно. Султанша. Султанша. Султанша.